Антимайдан Ютуб. Сам. Думаю, да, я смелый, потому что мне страшно хоть и умереть, но мне больше страшно за Родину, чем умереть. Страх смерти на втором месте перед страхом за Родину. Мы находимся в военном подразделении бригада «Восток». Мой позывной Ройс. Я патриот. Мне 15 лет. Ответственность на мне какая? На мне большая ответственность, потому что людям я даю знания, которые они больше нигде не получат. Они идут воевать, поэтому то, что сейчас они узнают нового для себя, это и все знания, от которых они могут отталкиваться дальше в военных действиях. Но в первую очередь мне надо следить за своей учебной ротой, как за детьми. Надо их и вести, и есть, и когда сюда они приезжают, им делать кровати какие-то начали. Потом мне их еще обязательно нужно учить. Это не только обращение с оружием, это мы еще выходим на полигон, и там учимся ходить, передвигаться, двигаться. Полощет ветер, флаги перемен, Донбасс готов врага земли снести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. У нас был как клуб. Военно-патриотический. Военно-патриотический. И после этого нас, когда тренер сюда пришел, он, когда здесь уже обустроился, он позвал нас. Ну, сделал нам предложение, так сказать. Но мы не отказались, почему бы и нет. Андрея вы до этого не знали, да? Знали. Ну, из одного города. В одной школе учились. В одной школе учились. Вы все как при... учились. Да, учились. Ну, Андрея просто, а ты моложе там? Да, но мы с отцом пришли просто добровольцами. Сначала он, чуть-чуть позже я. Он младше меня на 2 года, и я вообще не ожидал, что его здесь увижу. Мы с другом сюда ехали, вот, с товарищем моим. Когда сюда приехали и увидели его, я очень удивился, что даже молодые пацаны, которым нету 18 лет, ему всего 15, и он пошел воевать. А есть такие люди, которым уже и 20 лет, которые прошли армию, они имеют хорошую военную подготовку, но они все равно сидят дома, закрываются в подвалах при обстрелах. А когда у вас есть тут... Тут внутри казармы какое-то свободное время. Чем занимаетесь? Турники, брусья, спорт. Отдыхаем тоже, да. И отдыхаем, конечно. Много интересных книжек про оружие. Ну я же школьник, у меня сейчас каникулы, поэтому я бы гулял с друзьями футбол целыми днями. И на ставки ездил, как все подростки отдыхают. Но в основном, конечно, футбол. Очень люблю футбол. Даже была у меня идея привезти сюда мячик в свободное время, буцать его на плацу. Еще не привез? Нет. Свободного времени мало. Иногда тут скучаешь, как бы, такое обычную жизнь? Да, конечно, скучаю, но в основном вечером, когда уже можно лечь в кровать, расслабиться и подумать о жизни. Я думал постоянно, если бы мне было 18 лет, я был совершеннолетним, я бы обязательно приехал и не стал бы убегать. И после того, как отец сюда приехал, попросился с ним, чтобы он договорился. Все не хотели сюда пускать несовершеннолетнего, долго согласовывали все. Но в конце концов договорились, и он меня забрал, я очень рад. У них это вызывает большое уважение, то, что он такой молодой, и он с оружием, он в форме, и он учит их, и не вызывает у них это никакого отвращения, наоборот, симпатия, и тянутся к тому, что... Есть такие молодые, которые, в принципе, по возрасту, по своему, не должны воевать. Но они здесь, и они с оружием в руках, и они приносят свою пользу. Я только могу добавить то, что есть у нас молодые люди, которые патриотически, всем сердцем настроены на ведение борьбы с фашизмом. И за это я их уважаю. И уважаю выбор своего сына.
и поддерживаю его во всем. Все равно и мама, и бабушки все равно больше склоняются к такому мнению, чтобы я вернулся и жил спокойной жизнью рядом с ними. А ты что им скажешь? Ну, я буду им говорить, что я вернусь к такой жизни после победы, спокойной и мирной, к ним. Пусть не переживают. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Гори, и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех. Как думаешь, как бы убить человека? Как это? Сложно? Ну, мне кажется, это очень сложно, потому что не факт, что человек действительно злой. Может, его просто заставили сюда прийти. У него дома тоже есть и семья, и дети, и жена. Но просто из-за того, что люди, которые сюда приезжают убивать наших людей, наших братьев и родственников, то, конечно, не остается другого выбора, как стрелять им в ответ. Ну, это, конечно, тяжело сильно. И это никому не хочется делать. Ну, в будущем, думаю, будут хорошие воспоминания, потому что после того, я уверен, что мы победим, можно будет рассказывать друзьям, где ты был, уже не будет такой опасности. Ну и будут хорошие воспоминания, все будут гордиться тобой, что ты так в такую сложную ситуацию не уехал из страны и не спрятался в подвале, а вышел с братьями защищать страну. Но, конечно, останется скорбь за людей, которые уже погибли в этой бессмысленной войне. Одна на всех, мы за ценой не постоим.